Любовь во время самоизоляции. Пока Бурятия сидит дома, многие пары умудряются жениться. Если саму регистрацию без гостей еще провести можно, то свадебные гуляния сейчас представить невозможно. Однако семья Цыдыповых подошла к вопросу более оригинально. Они отпраздновали это событие онлайн. Ирина и Сурен поженились 24 апреля, как и планировали, а после устроили настоящую онлайн-свадьбу дома. Благодаря интернету погулять на ней смогли около 20 человек.